Проверка либо настройка метрической системы в программе AutoCAD. Ее возможно проверить либо настроить тремя возможными методами. Первый, самый простой. Нажав в левом верхнем углу на заглавную букву А один раз левой клавишей мыши, перейти в функцию Utility, и здесь есть единицы. Нажав по этой команде один раз левой клавишей мыши, вы переходите в настройки единиц вашего чертежа и вашей рабочего пространства модели. Мы здесь видим масштаб вставки элемента, который напрямую зависит с метрической системой самого чертежа. Проверка метрической системы осуществляется через нажатием один раз левой клавиши мыши на заглавную букву А. Нас интересуют параметры. Здесь мы переходим в пользовательские параметры и проверяем масштабы вставок наших элементов. Единицы нашего чертежа также можно вызвать просто набором на клавиатуре слова единицы. Единицы.